Оп-оп-опа! В эфире Decentraland TV. С места событий специальный корреспондент Роман, и только что за моей спиной упал метеорит. Всем привет, надеюсь, мой ролик будет вам полезен. Погнали, посмотрим, что там с метеоритом. В метеоритах вы найдете полезные ископаемые, которые вам понадобятся для того, чтобы на специальной фиолетовой станции создать себе вещи, которые можно продать за деньги. Добавляйте интересных людей в друзья, общайтесь, переписывайтесь, покупайте или продавайте вещи друг другу. И, конечно же, одевай своего персонажа или раздевай. Кстати, этот полуголый мужик только что из казино. Кстати, пойдемте туда заглянем. На карте выбираем место, куда хотим телепортироваться. И вот мы в казино. А это моя тачка. Хотите узнать, как я на нее заработал? Да, блэкджек, детка. Бабки есть, пойдемте погуляем. Обычно я прихожу сюда, когда выполняю какое-нибудь задание, за что получаю, например, коктейль или другие ништяки. Те, кто знает английский, с легкостью справятся с этими заданиями. Кстати, напишите в комментариях вопросы, я вам с радостью на них отвечу. Лайк, если видео понравилось, колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Пока!